Друзья, всем привет! Данный автомобиль выставлен на Авито. ГАЗ-2747, Соболь, грузовой фургон. Права категории Б. Грузоподъемность 800 кг, что соответствует разрешенному весу для въезда внутрь третьего транспортного кольца в любое время без пропуска. Номера московские, продавец-собственник вписан в ПТС. Пробег 106 тысяч километров. Автомобиль не битый, рама целая, установлено газовое оборудование. Имеется гидроусилитель руля. Последние 5 лет не эксплуатировался. Уличная парковка. Машины на ходу, тем не менее, нужны вложения. Из основных требуется ремонт датчиков системы питания двигателя. Не работают задние тормоза. Лопнула тормозная трубка. Шум коробки передач на третьей скорости. Юридически машина чистая, задолженностей не имеется. Больше предложений Авито в моем профиле. Ссылка в описании, шапки канала.